друзья, очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня у нас будет видео о подарках из Таиланда. Недавно моя сестренка ездила в Таиланд, они обычно предпочитают отдыхать в Паттайе или Паттайя. Как правильно, Оксана? Паттайя? Паттайя. Ну, я тоже слышала, что Паттайя. Мы все никак туда не соберемся, не доедем. В общем, ну и она привезла много разных интересных вещей. Давайте же посмотрим, что можно привезти интересного из Таиланда. Иду, иду. Поехали? Да. Итак, поехали. В общем, вот такой у нас какой-то большой зеленый пакет. Что же у нас в этом пакете интересно? Давайте посмотрим. Я много не покупала, потому что кто смотрел твои предыдущие видео, видели, что с Индии я привезла месяц назад целую кучу. Кто не знает, не видел это видео подарки из Гоа, из Индии, то можете посмотреть по ссылке в описании. Я купила Ванюхе вот такую футболочку. Ух ты, как стоит здорово. Она 79 бат. 1 бат это 2 рубля, чтобы все знали. 79 умножаем. Ну, 1 к 2. 80 умножаем на 2, 160 рублей стоит. Да, вот такая футболка. Хлопок. И чистый такие хлопок. Же под нее красненько. Такие же штанишки. Штанишки стоят тоже 79 бат. Шортики. Шортики. Шортики тоже стоят 160 рублей. Да. Тоже хлопок? Да, 100%. Это все производство. Ну, тут не, тут все по-тайски написано. Не, ну хорошо, это там видно, что это да. Хлопок. Это заводские вещи, хлопок, купленные хлопок. В магазине. И вот такую тоже не удержалась, решила ему футболочку купить, хотя у него их миллион. Ваня, в общем, у него действительно уже этих футболок, я не знаю, видимо, бат. Невидимо. Вот сейчас такая, я тебе покажу, где слово. Смотри, с Микки Маусом. Нравится с Микки Маусом? Мне где-то слово пишется «катон». Ну, катон и катон, бог с ним. Катон и катон. Видишь, это специальный магазин Big C. А, это Big C брали. Магазин, да. Я видела твой обзор по Big C. Это наших три Ашана, наверное, Big C. Ваденькиной подружки. Купила вот такое платьице. С Эльзой. Мне кажется, она будет очень довольна, да. Потому что сейчас она вот почему-то девочки мультик. Очень любят вот этот мультик с Эльзой, «Холодное да. сердце». Стоит оно вот столько. Ну, 400 бат, 800 рублей 800 стоит рублей. Платье. Симпатичное на лето, да. Хлопок. Оно такое прям видно, да. Что хлопок-хлопок. Она у нас поклонница мультика этого. Да. Обычное. Вот такое манго в упаковке сухое. Шушеное. Здесь вот две пачки. Оно безумно вкусное. Нам дали в магазине его попробовать. Ой, а оно легкое. Кажется, что такой объемный пакет. Ну, здесь вес, знаешь, сколько? Оно легкое довольно-таки. Да, 400. Да. Сушеное. Будем пробовать, да, Вань? Да. Будешь того... пробовать сушеное? После того, как вы съедите сушеное манго, у вас будет вот такое мыло. Понюхай. Запах обалденный. Это тоже мыло из манго. Прикольно. Понюхай, Ваня, скажи. О. Пахнет? Да. Да. Да, классно. А следующие подарки... А, Ванечка, это тебе сок. На, попей. Из Таиланда? Да, сок из Таиланда. Оцени. Но это напиток интересный или сок? Да. Джус написано, джус, фрукт да. джус. Это куплен в магазине 7-Eleven. А, ну давай, Вань. Отъездом, да, попробуй. Пробуй. Пока. Что я привезла маме? Значит, в Таиланде пользуется вот эта косметика Snail. Это да, улитка. Ты рассказывай, я буду показывать. Я тоже знаю, со слизью улитки, да? Да, со слизью улиток. Это баночка вот такая, здесь 50 миллилитров. На самом деле это очень большая коробка. И я уже была вынуждена... Это крем, да? Да. Распаковать. И вот это вытащила уже отсюда. Да, так написано. 17-23 года. Вот оно. А, это мне не да, упаковка это... не помещалась. Да, упаковка не помещалась, поэтому я взяла. Это, в общем, цена вот этой упаковки... А сейчас мы его протестируем, откроем, посмотрим, как он выглядит. Цена этой упаковки 750 бат, то есть он не дешевый. Есть можно, иногда можно найти за 700, но дешевле 700 настоящий такой не купите. Я видела в магазинах и 800, и 900, и 1000. А это мне такое сокровище? Это тебе. Ух ты! Дальше показываю. Спасибо, да. Такой классный. Прикольная это я привезла. Очень-очень рада. Такие же вот этой, ну, Snail маски вот эти вот. А, ну мне нравится, я вот корейские такие покупаю. Сейчас попробуем с Таиланда, как они будут выглядеть. Тоже, видите, улитка нарисована. А дай посмотреть, как они там внутри. Можешь их распаковать. Ну да, сейчас. Вот это, не вот это вот золотая, по-моему, вот как ты привозила классный, вот, да. Для умывания. А, они такие одноразовые, ну, вот да, это вот одноразовые масочки, вот такие вот с улиточками. А это вот, да, вот такая маска. Тоже думаю, что классная. Вот такая маска, она не одноразовая. Тут вот написано, Лена, как ей пользоваться. А, ну это черная маска, она, смотрите, вот такая вот липкая, потом вот эту вот пленочку снимаете.
Ну что, Вань, вкусный да. сок? Вкусный. Только я не поняла, это лайм, по-моему, да? Вкусненький, какой там да? вкус он да. такой-то? Это с... кисленький или какой? Там и апельсин. А, нет, апельсин написано, апельсиновый джуз. И еще что-то добавлено. Вот это апельсин оранж? Да. Там апельсин с чем-то. Угу. Древесный уголь, крем-маск. Смотрите, в Таиланде написано по-русски. Древесный уголь, ну, да. крем-маска для нас. Я не помню, сколько она стоит, она очень пользуется популярностью. Видишь, сделано в Таиланде. Но здесь вот так вот, видите, написано. В смысле, нарисовано. Для тех, кто не понимает английского языка, потому что написано здесь все по-английски, то можно все посмотреть, все будет понятно. Вот это, Лена, мне очень советовал дяденька. Спасибо. Это крем вокруг глаз. Он желейный такой, золотистый. Так приятно. Вот это стоит, по-моему, 400 бат. Он дорогой считается. А это такой же? 400 бат. Анти, ринг. Да. Ну, в общем, антивозрастной крем для глаз, я так понимаю. Ай, гель. Гель для глаз. Вот это классно. Помню, сама не помню, что это такое. Надо это посмотреть, то, как он взять. Состоит. А это тоже, наверное, масочка какая-то с улиткой, я так думаю. Это тоже вокруг глаз, прикинь. А что, он такой большой? Это знаешь что? Это спонжики вот эти. А, патчи. Это вообще, да, офигительно. Это, смотрите, целая коробка с патчи под глаза. Классно. Это чтобы отеков не было, если отечные какие-то глаза. Да, их здесь много, кстати. Смотрите, 650 бат стоит. То есть это 1300 получается в рублях. Но мне либо, если в долларах, 20 долларов где-то приблизительно. Да. Вот здесь вот, видишь, они в какой упаковочке? Да, круто. Так, дальше, так как ты... Вот это, Лена, мыло. Вот это прям вообще круто-круто. Прям да, так да, вот, да. прям спасибо большое. И это вот мыло. Это мыло. Огромное. Оно... И это мыло. Это, Ваня, мыло? Будет мыло для тебя, а это будет мыло для меня. А ты можешь пользоваться? Давай попробуем. Да, попробуем. Вот так, давай мыло распаковывать. Вот это мыло, значит, стоит, знаешь, сколько? 107 бат. Один кусочек. И вот в одном магазине... 107 бат, перевожу, 215 рублей. Да. 215 рублей, это сколько в долларах получается? 3 доллара где-то. Да. Ну, 3,5. Оно... Давай попробуем. Давай. Ты будешь им пользоваться? Конечно, буду. А, я не могу, ты пока открывай. Давай я открою. Там оно в какой-то сеточке, давай. Доставай пока дальше, буду тебе доставать. Ваня, я же тебе еще сок взяла. Оксана, как всегда, пришла с какими-то огромными пакетами. Вот, этот вот, смотри, вот так вот, смотрите, мыло выглядит. Лена, понюхай. Сеточки, прикольно оно так. Оно безумно хорошее, уже пользовались. И понюхай. Оно пенится, вот прямо... Оно такое, кожа нежная-нежная, поэтому оно такое дорогое. Угу. Это Ваня. Вот ну такой. Да, 200 с смотри, лишним сейчас вот, вот что касается, сейчас мы медленно переходим к коллагену. Вот даже соки уже идут с коллагенами. Вот я тебе купила коллаген. Например. Это я просила у Оксаны коллаген, я увидела в видео Жени Гейн. Блогер, ну я думаю, что ее в принципе все знают, что она была в Японии, и там вот она сказала, что все японцы пьют этот коллаген. Ну, вот, пьют, вот. Едят там порошки как-то. Продолжение к теме, смотри, сок написан да. с коллагеном. Вот, плюс коллаген уже. Ага. Даже сок с коллагеном. А это сейчас посмотрим, как вообще, что там. 30 пакетиков там. А, в пакетиках, то есть его... А как его заваривать надо или как? Утром вот она говорила тогда, что в молоко вот они добавляют, давай, допустим. Давай ты не сидишь, наверное, да, чтобы удобно было? Нет. Мама ногти, как... Мама ногти как ножницы, Ваня подсказывает нам. Это точно. Этот коллаген, там же на каждом углу маленькие такие магазинчики. А, вот так вот, смотрите. Поштучно покупаешь, да. А там порошок, да. Порошок с водичкой. А сколько воды-то, интересно, смешивать? Только я вот не помню, то ли он с утра сказал. Миллиграмм. Лена, это надо все почитать. Ну, это все можно, да, прочитать. Причем Лена заказала, мы были там с девчонками-подружками, они все в себе взяли по такой пачке. Ну, потому что это очень полезно, особенно вот людям в возрасте, потому что вот проблемы уже с костями идут, и, ну, вот ломки становятся. Коллаген очень полезен для здоровья. Там даже продается вот такой шприц с коллагеном. Ничего же себе. Ну, открывать, нет? Открывай. А что с ним делать, с этим шприцом с коллагеном? Вот под глазками вот это все. Здесь это вот такой вот. Открываешь, выдавливаешь чуть-чуть. Вот, а как видишь? Ты под глазками? Ты сам... Это уже готово. Это вот. Мочить. Да, нет. Это уже жидкий коллаген. Ну, не вкалывать же его шприцом. Нет, ты что? Это просто такая вот наносить на кожу. Наносить, да, чуть-чуть под глаза, вытянула там на пальчик и вот так вот нанесла. Ну, вот это вообще крутая вещь, смотрите.
как выглядит. А просто... еще нет. А интересно, почему его нельзя сделать? Вот, ну зачем он так вот в шприце сделан? Специально так. Если можно, допустим, в коробочке в какой-то такой, ну, почему? Сделать. Почему? Там есть и в коробочках. Вот подходишь, непонятно. Я говорю, мне нужен коллаген. Ну, показывают дрейф, угу. Значит, там все, язык жестов. И они показывают, у них и в банке есть, и такой. Вот эта пачка коллагена стоит 850 бат. Ну вот я слышала, что и да, порошок. Коллаген. Ну, а ты попробовал коллаген? Ваня, коллаген попробовал или я нет? Я попробую. Давай, подожди, сейчас видео снимем, а потом попробуем. Дайте я пока попробую. Вот, пока это, что? Вот эта штучка называется бальзам Sleep. Ух ты. Да, он, значит, сделан из спящий бальзам, написано. По какому месту? А, это для сна. Это да? Для сна. Для сна. То есть я купила это маме, Лена, если у нее будет мучиться бессонница, себе. То есть его мажешь на виски. Просто под, мазать его носиком, и все. Под носиком, да. И у него... Давай попробуем. Угу. Не получается. Ну, о, слушай, так вкусно. Это я вот какой-то коктейль до этого вот такой пила подобный. Сейчас отдам. Вкусно. Я хочу, можно сказать, по поводу соков. Вот мы там покупали сок с манго и здесь покупали. Иногда так хочется зимой. Идешь в Ашан, угу. Небо и земля. Здесь сладкий, пить невозможно. Ну, да. А там... Но это очень... тоже сладкий напиток очень. Давай, Вань. Так, следующее. Так, это тебе пенка для Вань, ну что, вкусно? Да. Да. Полезный. Опять полезный. Же, этой фирмы Snail, я купила тебе Fascicle Foam. Короче, вот эти... Что только не придумают. Да, это для умывания. Вот видите, тоже с улиткой. Да. Snail White. А подожди, это с отбеливанием, что ли, White? А вот, ну, вот, они White везде пишут. Ну, у них все с отбеливанием, да, по-моему, там, они да? Хотят всю, чтобы у них кожа... Миллилитров была. Много. Они любят беленькую кожу, да? Угу. Ну, такой он, жиденький. Но мы, да, жиденький там. А вот это для сна. То есть, вот, знаете, лаванда. Помазал сейчас лавандой где-нибудь там на висках или еще где-то. И уснул. В общем, идем дальше. Да? У нас такая смотри, была, фокус да? Что-то у меня с фокусом ерунда да? Какая-то не берет. Мыло такое было, мыло такое с Турции. Нет, снялось. Фокус, мелкие детали. Не дальше. Наводит, не это вкусим. Вот твоему Андрюше. Этот бальзам, о! Змеиный бальзам. Уже пишут, настолько популярно это у русских, я всегда да. Это покупаю. В общем, здесь все написано от суставов, укрепляет кости. В общем, остеохондроз. Я сама им пользуюсь. И вот этот бальзам. Но я хочу даже сказать, что вот этим бальзамом Ваня, когда у меня заболевает, я ему начинаю растирать ноги. Ноги согреваются чудо у него бальзам, таким образом. Чудо-бальзам. И нормально он себя чувствует. Смотрите, а вот он это... и от миозита. Он там стоит недорого же, да? Сколько он там стоит? 100 бат. 100 бат, то есть 200 рублей. А вот... ну вот даже цена. 100 бат. Вот этот он. Бальзам я купила Лена Ойл. Это масло змеи. Оно 350 бат стоит. Ого. Посоветовал мне дай его Виталий. Дай показать. Виталий, ну вот так вот. В общем. Ага. Выглядит оно. Ну, друзья, с кем Оксана да. Ездила, посоветовали такой бальзамчик. А я, знаете, наверное, в видео так буду вставлять либо вставочки, либо в конце покажу. Оксана там много всего интересного наснимала. Угу. Пока она это все смонтирует и выложит на своем канале. Да, я уже поеду в очередь. Она поедет еще куда-нибудь. Смотри, смысл. А, это масло. Это спрей. Масло-спрей. Запомни, Лена, угу. Если забудешь, в видео своем посмотришь. Угу. В общем, болит какая-то зона. Допустим, угу. Спина. Побрызгал угу. И рукой. Угу. Хочешь перчатки, хочешь такой обычный. Угу. И держишь. Угу. И идет жар до угу. Кипятка. Вот когда уже человек говорит, все, я не угу. Могу, ты убираешь, и уже пошло на снижение. На то есть это очень обалденная вещь. То есть не растирать? Нет, вот именно вот так вот сделал и руку, угу. И пошел жар. Виталий угу. Говорит, это... Бесподобная вещь. Круто. Да. Ну я же рада. Ну подожди, а от чего? Что болеть-то должно? Остеохондроз. А, остеоспина. Спина. Суставы, в общем, болеть суставы. Ну, чисто понятно. Таиланд, видите, все по-тайски угу. Написано. У них сильная медицина. Кстати, у них поменялся сейчас король, тут же умер у них, угу. Траур был почти год. И сейчас пришел его сын и наводит порядок. Угу. То есть по Таиланду стало намного чище. Угу. Дальше показываю. Да, это пляжи вам, чисто, как вам не сказала. Болеть, это, ну, просто такие, знаешь, тигровые пластыри. Угу. Здесь по два пластыря вот написано. Это, видишь, и места, куда их нужно клеить. Там. Да, я тоже хотела показать, что вот видите, точечки да. Все. Желаю вам не болеть. Куда нужно наклеить. Угу.
А это тигриный? Да. Тайгер или тигр? Тигр. Как тигр, про тигер? Тигер бальзам. Тигр балм. Да, ты там потом вставку живого тигра сделаешь. Сделаю. Вот. Это тебе бальзам губы мазать с алоэ. Ну, вещь хорошая на самом деле. Губы классно, для увлажнения, потому что у меня что-то с губами последнее время. Вот это ручка. Вот это что? Это я знаю, что это за штучка. Да, это помогает при головной боли, бессоннице. В общем, втереть у виски шариковым роликом. Вещь обалденная, запах такой классный. У меня голова редко болит, а вот Андрей у меня частенько пользуется вот этой штукой. А вот это вот бальзам, ну, открываешь и... Вот, ну, как наша звездочка. Как звездочка, да. Очень, вот это вот очень быстро пробивает нос. Когда прям вот нос заложен, и кажется, что вообще дышать нечем, то вот эту штуку понюхал, и все в порядке. Этот стрептиус, ну, я так взяла по пачке, на всякий случай, ну, он, на, это с антисептиком, по-моему, даже, он в разы эффективнее, тем, то, ну, что у нас. Ну, у нас, я не знаю, может быть, часто у нас эти подделки, может быть, у нас часто продаются, потому что у нас, правда, берешь и неэффективно как-то. Посмотрите, у меня усы. Что в Турции мы брали, что вот Оксана, когда привозит, если откуда-то из-за границы, ну вот где мы бываем, если, то всегда покупаем, потому что там они почему-то лучше. Это тоже известный камилосан, вот этот, ну, спрей в горло. Что-то с ромашкой. В горло. Ух ты. Побрызгал и все, стоит он тоже где-то 180 бат. А детям разрешено? Я думаю, что да, но почитаешь, тут написано. Кстати, стрепсилс 105 бат стоит, 210 рублей. Ну, наверное, так же, как у нас. У нас, да, наверное, так же. А вот это гомеопатическая, а вот с ромашкой. В каждом, вот тут даже написано по-тайски, 2-3 штуки, это от кашля. Вот, ну, начинается такой, горошинки. Типа гомеопатии, их здесь очень много. Угу. Их можно и детям, по-моему, там она сказала, надо читать вообще. А еще маме... А здесь вообще все по-тайски написано. Да, все по-тайски. Ну, есть перевод. Хотела показать еще, у меня сосед очень просил. Ну, я считаю, что вот эта мазь, кубратоксон, она безумно дорогая для Таиланда. Вот она чисто на змеи с ментолом. Ты целую упаковку, что ли, взяла? Маме 5 штук взяла, сосед просил упаковку. А, ну, мама проблема со спиной. Он за мной бежал до лифта, пожалуйста, привези. Я ее еле нашла, видать, это где-то не на экскурсиях покупали. Сложно было найти. Ну, вот, а маме такой же пакет, просто ей еще добавляется вот крем с манго. Для рук, да, крем, да, такой? Для рук, такие сколько, всякие... сколько такой стоит? Нет на нем ценника? Ну, недорого. По-моему, 90 бат. Умножаем на 2. Ценника нет. 180. Ну, годность, смотрите, какая большая. По 4 года. 4 года срок годности у крема. Вот такой обзор. Ну, и включай там еще вот ого, эти вот... сколько сейчас всего. Это же сейчас очень много. Еще помимо всего этого манго Оксана привезла, маракуйю и, в общем, фрукты, представляете, они, в общем, куча всего. Вот такие вот рамбутанды. Вот они говорят, мы не будем есть, а я их люблю. Смотрите, их вот так вот берешь, сейчас ноготь не сломать. И вот он. И они такие. Но он как виноградик, да, такой. И он так. Я подлетаю. А у этого виноградик чеснок. И он надо нож мне. А, ну это как называется? Мангустин. Мангустин, да. Мангустин вкусный, мне в прошлый раз тоже понравился очень. Там летающий. Угощайся. Вот так вот, смотрите. Оксана опять пришла с огромными сумищами. Слушай, ну куда ты в следующий раз-то? Напишите, пожалуйста, куда в следующий раз Оксане съездить и что оттуда привезти. Надо, наверное, тебя куда-нибудь в этот... отправить или самой туда съездить. Я в Крым собираюсь в ближайшее время. Такие безумные ананасы, как в Таиланде. А, вот такие, я вот, смотрите, ананасики. Они сладкие-сладкие. Маленькие. Да, это, там есть большие, но я с собой в самолете. В общем, бедный мой муж, он опять шел, он говорит, я себе взяла одну рубашку и больше ничего. А Оксана... Все остальное я взяла вот на подарки. Оксана, ну будем пробовать. Вот крем вот этот, конечно, мне очень с улиткой прям симпатизирует. И вот эти штучки. Вот это, да, патчи под глаза, вообще супер класс. Спасибо, пожалуйста, тебе большое. Пожалуйста. И я, в общем, хочу вам еще рассказать такую вещь, что сейчас кое-какое новшество есть при отъезде из Таиланда. Вот из Бангкока вы вылетали? Да, из Бангкока. Вылетали из Бангкока, но когда вы ехали в аэропорт в Бангкок, какая приятная у вас неожиданность случилась? Неожиданность действительно случилась. Нам сказали, что мы сейчас заедем во дворец куриного
короля. Мы думаем, в чем же подвох, что нужно там купить, что нужно сделать. Это знаете, да, когда в Турцию уезжаешь, то всегда завозят в какой-то магазин такой, где вы можете там что-то купить. На самом деле там очень красиво, там большая, как вот несколько футбольных полей площадь, и там привозят всех туда, и китайцы, и русские, в общем, все. А вы при этом с чемоданами? Нет, чемодан уже в автобусе. Ну, чемодан нам в автобусе. Подвезли, сказали, выйдите, оставьте все вещи, угу. Возьмите с собой только сумочки с документами. Мы вышли, шведский стол, там и макарошки, и мясо, и фрукты, овощи. Идет такое национальное шоу. В общем, на все это дали нам час. Голос садится. Ну, красиво. Ну, соответственно, из отеля тоже за час вывозят пораньше. Нет, ну как, у нас вылет 6:30 вечера, с отеля 11:30 утра. Угу. Ну, за много. И там красивое шоу, сейчас вот Лена сделает вставочку. Вот это вот, вы думаете, это девочки танцуют? Ошибаетесь. Это танцуют мальчики, это трансвеститы, но они действительно красивые. Вы сейчас вот посмотрите и напишите свои комментарии. Лена потом мне скажет, что вы думаете по этому поводу. Здорово там. Ну, то есть, смотрите, и там, понимаете, как на свадьбе, вот такие вот столы, все скатерти, везде, и все такие, заходите. Я не знаю, для чего они сделали это только в этом году, может быть, для того, но чтобы мы возвращались снова и снова. Я так тоже думаю, что для привлечения туристов, чтобы вернулись, а мне кажется, те, кто побывали хоть раз в Таиланде, у всех есть огромное желание вернуться. Мы еще ни разу не были из-за вот этого рыжего товарища, который сзади сидит, потому что утомительный все-таки перелет. Да, утомительный. И вы какой компании летели? Мы летали Nordwind компанией, причем назад вышли все в футболках, обычно рукав подается в Шереметьево, тут бегом до автобуса с скачками, не было рукава не и было. Нас повезли, в общем, да, вот с детьми летело на самом деле очень мало, не было в самолете. Ну и хочу сказать, что людей в возрасте я тоже в самолете практически раз-два и обчелся. В основном летит средний, ну такие средние возрасты. Но я хочу сказать, что даже утомительно не ребенку, а утомительно родителю, который будет ехать с ребенком, потому что ребенок-то, в принципе, он как бы все капризы ты его исполнишь, потом он уснет и будет спать, а ты будешь вот так вот. Мы были пятый раз в Таиланде, именно в Паттайе, нам безумно нравится, мы ездили купаться на острова, потому что само Паттайе, да, вода действительно, она пахнет, там же вот эти всякие кораблики, всякие мотоциклы водные, она пахнет солярой прямо. Хотя люди купаются тоже, но там очень дешево все, фрукты, еда, манго рыба. Сколько стоит? А? Манго сколько стоит? Ну, манго от 70 до 120 бат. Ну, в общем, кто кого обманет. Ну, то есть где-то... Ну, мы за 60 покупали, маленькие вот такие, ну, за 60. К примеру, 140 рублей стоит манго. Здесь у нас в Перекрестке продается манго, 280 рублей стоит штучка. При этом он продается такой деревянный, то есть надо, чтобы, видимо, какое-то еще время длительное прошло, чтобы он был мягкий. Причем уже Леня сказала, что на каждом, наверное, 100 метров находится специальный магазин, они называются 7-Eleven и Family Market. Шаговой доступности, прямо возле каждого отеля, идешь на улицу, они постоянно, там продаются пиво, продукты, алкоголь и... Допустим, для ребенка от кашля, от температуры, от горла. Прямо в магазине. Да, прямо вот заходишь в стиражи. Такие первая необходимость, от кашля, прямо в магазине. Пластырь, шампунь, зубная паста, от солнца. То есть таких вот, ну, их метров, наверное, они по 80, и в них есть То всё. Есть не нужно искать аптеку при не этом, нужно. Знаете, когда с выпученными глазами, если ребенок заболел, и причем сразу объясняешь, они full children, прям так вот подсказывают все. Но все на английском, в Гуа лучше на русском разговаривали. Больше, да. Индийцы, да, наверное, правильно сказать, учат русский язык, тайцы индусы, и параллельно. Индусы, индусы может быть. Нет, ну, не знаю, поправьте. Индийский народ, в общем, жители, которые живут в Индии. Кстати, я недавно прочитала такую вещь интересную, что ребенок к 6 годам должен четко называть, как... не национальности, а в странах, кто как проживает, народы, он должен, допустим, сказать, вот в Индии проживает кто, допустим, в Африке проживает кто, там я, Вань, в Германии кто, немцы, ну, вот так вот ему по аналогии, допустим, говорю, в Турции турки, там, допустим, в России россияне, я говорю, а Ваня в Германии, он говорит, германцы. Немцы. То есть в 6 лет как-то у него это я выпустила, конечно, из вида. Так что все, желаю вам тоже съездить. Мы лично летом едем в Грузию.
Это мы. Но мы в Грузию же вместе едем. Да, день рождения Юры. День рождения Юры. Это в конце августа, поэтому на несколько дней, да, не загадывая, съездим. А до этого мы, может быть, съездим куда-нибудь еще, не загадывая. Давайте, давайте туда, где можно подарков много привезти. Хорошо. Я шучу, дорогие мои друзья, шучу. Конечно, я жду Оксану, и мне, ну, подарки, конечно, тоже приятно получать, но это не самое главное в жизни. Самое главное — это вы и ваши родственники, и ваши отношения семья между друг другом. А остальное все это так уже, приятные бонусы. В общем, главное ты. Галя, главное для Вани — это ты. Молодец, Ваня, вот это тебе только 5. Умница. В общем, дорогие друзья, спасибо большое, что были с нами, что посмотрели это видео. Как всегда, всем желаю добра и позитива, отличного настроения и увидимся с вами вновь. Пока-пока. Пока.